Так, здравствуйте, уважаемые товарищи. Сегодня мы начинаем курс «Политические составляющие социально-трудовых конфликтов». Значит, я предоставляю распоряжение слушателя методичку. Для записи на компьютер выдаю соответствующий диск всем слушателям. У нас будет по этому курсу экзамен. Экзамен будет происходить следующим образом. Вы должны будете написать ответ на два вопроса письменно. Вопросы вы выбираете сами. Значит, из того списка довольно большого, который содержится в методичке и, соответственно, на диске, и списка экзаменационных вопросов. Ну вот, так сказать, кажется, что это очень либеральный такой способ приема. Экзамен сами выбираете, не надо ловить билет. С одной стороны. С другой стороны, если, скажем, вы сами выбрали какой-то вопрос и не можете его должным образом изложить, то остальное вы знаете еще хуже. Так что мне даже можно дальше и не проверять. Поэтому вопрос не в том, что ты выбрал, а вопрос в том, чтобы продемонстрировать на экзамене, что вы свободно владеете материалом. Поэтому я вот эти листочки почитаю, и для меня они просто показатель того, так сказать, как человек владеет материалом или нет. И я буду задавать вопросы. Сначала по этому листочку, а дальше, естественно, и по всему курсу, в зависимости от того, так сказать, как вы отвечаете, потому что то, как человек владеет курсом, это легко очень выясняется, если, так сказать, человек спокойно отвечает на вопросы по тем проблемам, которые здесь рассматривались. Ну и вообще надо сказать, что хотя сейчас распространилась такая система выбора лотерейная, дескать, или Вера, или Надя, или Люба, я должен выбрать одно из трех. Вероятность правильного выбора, когда я ничего не знаю, 33,3, 3 в периоде. А на самом деле у нас задача не в том, чтобы выбрать, а в том, чтобы углубиться. То есть не остановиться на поверхности явления, а покопаться в сути. И вот в том, чтобы докапываться до сути, в этом состоит наша задача. Значит, курс этот сравнительно новый, программа новая, политическая составляющая социально-трудовых конфликтов. Для бакалавриата читается курс «Социально-трудовые конфликты и технологии их регулирования». Я его читаю на третьем курсе. Вот, и по просьбе кафедры, я его, так сказать, пару лет назад подготовил, имея в виду, что у нас вопросы политики очень сильно влияют на экономические процессы. Очень сильно. И это не только у нас, это везде. Ну вот возьмем ситуацию, которая сейчас сложилась в связи с событиями на территории Украины. Так? Значит, само появление Украины в таких границах, что там не было Крыма, связано было с односторонним и, в общем-то, довольно взбалмошным решением Хрущева, который ни на чем не основывал это решение. То есть это было, может быть, в угоду каким-то там его знакомым с Украины, где он был первым секретарем. Во всяком случае, если в целом деятельность Хрущева Никиты оценивалась как волюнтаризм, то это пример того же самого волюнтаризма. То есть никоим образом в Украине Крым никогда не принадлежал, но вдруг он оказался в рамках Советского Союза украинским. Но вы представляете, что какое значение имели тогда границы между республиками в рамках Союза. Они такого серьезного экономического значения не имели, да и политического не имели. Никто там никаких границы, тем более нейтральных полос, не устанавливал, тем более таможенных никаких не было границ. И это какого-то, так сказать, такого большого значения тогда не получило. А зато это получило сейчас. То есть вопрос о возвращении Крыма в Россию, то есть о воссоединении той земли, которая исконно была там российской, он приобрел, ну, такое значение спецоперации. Это раз. Хотя на самом деле это вот то, что мы сейчас наблюдаем, и заявление со стороны украинского руководства, что, дескать, мы в Севастополе парад сделаем своих войск, как сказал нынешний министр обороны Украины. Ясно, что эти заявления означают, что вопрос о существовании Крыма теперь представляет собой таким острую политическую и экономическую проблему. Выяснилось, что, значит, по связи с нехваткой электроэнергии на Украине собирается Крым отключать. С другой стороны, это конфликт
конфликт. Причем его отключали 1 сентября, как, собственно, и предполагалось, что вот когда будут какие-то, скажем, или в школу люди пойдут, или дети, или когда будут выборы, то будут отключаться электроэнергии. Ну, а, как всегда, объясняют это не политически, а экономически. Ну, нет электроэнергии. Ну, вот недавно наш премьер, товарищ Медведев, объяснял, что да, мы тоже обладаем малым количеством электроэнергии, поэтому ту энергию, которую мы поставляем на Украину, электроэнергию, мы поставляем очень много, больше, чем энергия поставляется в Крым. Ну, если так будет дело, нам придется экономить на этой. То есть тогда нам придется отключить и те жизненно важные центры, которые на Украине действуют благодаря нашей, так сказать, электроэнергетике. Вы знаете, что несмотря на вот конфликтные ситуации с Грузией, тем не менее наша система электрическая, вот там никто руки к ней не простирал. Ни грузины, ни, так сказать, наши власти в том плане, что они эту вот связь экономическую не убирали, потому что могут быть очень острые политические проблемы, но стоит ли создавать из-за этого экономические? Сейчас наступила пора санкций со стороны Запада. И казалось бы, что вроде бы хорошо, контакт был, мировое разделение труда, можно было использовать преимущество этого разделения и не обязательно производить в России то, что можно произвести там дешевле в другом месте, хотя не всегда это было так. В некоторых случаях ради того, чтобы поехать за границу в командировку, заключались договора, например, на то, чтобы поставить на военные корабли тарелки металлические из Франции. Как можно подумать, что вот эти тарелки мне нельзя наштамповать в России. Ну вот мы знаем, что это было в круге деятельности нашего бывшего министра обороны, и он много чего делал такого, что приходится теперь управлять. Если уж у нас закрывались военные училища, а теперь мы вот имеем некоторую дыру, так сказать, их снова открывают, а нет преподавателей, а и вот какого нет выпуска, скажем, соответствующего младшего командного состава. А в итоге это все отражается на чем? В том числе и на экономике. И вот все эти санкции отразились из-за чего? Из-за каких событий? Из-за политических, безусловно. И далее можно сказать, что этот процесс продолжается и на все влияет. В том числе это влияет и на тех, кто эти санкции начал и в какой-то мере отрицательно, в другой мере положительно. Потому что, скажем, некоторые наши замороженные проекты, ну, вполне конструктивные, будут реализовываться, в том числе касающиеся нашей авиатехники, потому что, ну, вообще-то все деньги, которые были предназначены для развития нашей авиационной промышленности, уже истрачены. Поэтому, так сказать, понимание того, что надо бы развивать собственный авиапарк, есть, а денег нет. Поэтому, так сказать, трудно эту задачу решать. Но она, тем не менее, будет постепенно решаться. Теперь переориентация, так сказать, такая значительная переориентация на восток, которая, конечно, в планах была, был план такой вот единой системы движения через Россию и вплоть до юга Кореи, чтобы была вот одна железная дорога, и можно было туда переправлять. И тогда Россия много бы получала, так сказать, за транзит грузов. Безусловно, потому что это, можете себе представить, отвезти на поезде или на кораблях, это вокруг, так сказать, Европы, Азии, Африки, кругосветное путешествие, чтобы доплыть до этого самого конька. А теперь получилось, что не только вот, так сказать, с Кореей, причем это один из факторов, который мирит Северную и Южную Корею, потому что они от этого деньги тоже получают, и от этой самой транзитной системы. И вы помните, что когда был жив Ким Чен Ир, он приезжал на своем паровозе на Дальний Восток, и к нему летал товарищ Медведев навстречу. Несмотря на то, что есть различия идеологические, политические, какие угодно. Тем не менее, вот экономические вопросы, они были очень важными. Но это все вот медленно очень двигалось. А вот этот толчок, очень сильный сейчас, в связи с тем, что Запад решил, так сказать, наказать Россию, ну вот, как известно, когда ты наказываешь маленьких детей, это еще ничего. А когда ты наказываешь больших детей, то наказываешь сам себя. Россия оказалась, так сказать, ну, по своей экономической мощи такова, что ее, так сказать, наказать санкциями в принципе невозможно. Это только приводит к тому, что некоторые процессы убыстряются. То, что делалось в России, медленно начинает быстрее делаться, заявки, соответственно, оплачиваются. И вот проекты, которые были полузамороженными, они осуществляются. Например, буквально на днях состоялась встреча товарища Шувалова, который является первым вице-премьером, и председателя Совета министров Вьетнама,
И они договорились, что Вьетнам в следующем году войдет в таможенный союз. Социалистическая республика Вьетнам – большое государство, победившее Соединенные Штаты Америки в войне. Самое-то интересное на фоне этих санкций, что вообще-то Соединенные Штаты самостоятельно нигде ничего не выиграли, ни одной войны. Потому что в Корее они их проиграли, корейцам, конечно, помогали русские летчики, русский летчик и корейский летчик И. Ван сбил 5 американских самолетов. Во Вьетнаме наша система, конечно, работала зенитная. Со мной вместе учились в аспирантуре. Ширяев такой, Миша, который работал на этих зенитных системах, он нам рассказывал, когда они прилетели, они сбивали по 5 штук сразу, потому что тучами летали американские самолеты, бомбили все во Вьетнаме. Вот. И их очень уважают. Когда была встреча ветеранов Вьетнамской войны в Канаде, когда назвали нашего, то там сразу все затихли, а так они были бурные, так оживленные, обсуждали, и как-то так они загрустили, потому что если наш прилетел, значит, он много очень насбивал летчиков. Очень много. Где победили американцы самостоятельно? Вот на Гренаде там несколько было десятков кубинских добровольцев, они их победили, разгромили. Вот, собственно, и все. На Кубе они не победили, в Корее они не победили. В Ираке? Ну вот теперь посмотрите, что в Ираке, кто кого победил, что они там. Они открыли ящик Пандоры. То есть они то же самое, то, что они. И что, они победили в Ливии? То есть они в Ливии, как говорится, вот там сидел, так сказать, пусть плохой для кого-то Каддафи, для кого-то хороший, который сохранял светское государство. И в этом, и, кстати, именно этим же характеризуется и нынешнее сирийское руководство. Вы уничтожьте этого самого руководителя, что, собственно, и пытаются сделать, и США преуспели в том, чтобы посодействовать этому, и помогали исламистам. Тогда там придут исламисты, или там будет просто уничтожено государство, и там уже несколько собраний законодательных, несколько парламентов в Ливии, там нет никакой власти, и поэтому даже нормальным образом использовать даже нефть, которую, казалось бы, американцы забрали бы, нефть и возили. Нет, и этого не получается, то есть там какие-то банды отдельные эту нефть выкачивают, и ее нелегальным путем по дешевке продают. А поскольку по дешевке, поэтому все закрывают на это глаза и покупают в разных странах эту самую нефть из Ливии. Поэтому можно ли это считать победой? То есть это, так сказать, такая пиррова победа, причем, ну это разве война? То есть, конечно, можно победить, там, скажем, если США будет наступать на Голландию, то оно победит. И это чувствуется вообще в Европе. Мне приходилось бывать, это мы в Голландии и в Бельгии. В Бельгии мы были в музее сопротивления. И там и видно, что вот бельгийцы, они могли сопротивляться. Вот такая мысль в Бельгии разгромить немецкий фашизм, она прийти в голову просто не может. Ну как Бельгия может разгромить такую огромную машину? Это невозможно. А в России мы на это вот сейчас событие смотрим с позиции, кто прав, кто не прав. Я не далее, как в июне, был на круглом столе по фашизму в Европе, в Греции, в Афинах, и выступал там с докладом, и это в газете «Резиспастис» опубликовано с фотографией. Ну и я должен сказать, что я просто ощущал, что все европейские страны боятся того, что придут американцы и заставят их сделать то, что им надо. Потому что, вот, скажем, в свое время вооруженная борьба против американских баз на Филиппинах, она поддерживалась тем, что центр филиппинский был в Голландии. После событий 11 сентября, после терактов, американцы поставили, либо вы убираете, так сказать, вот этот вот центр, на который Голландия ссылалась, это не наше дело, вот это демократия, свобода, что хотят, то и делают, мы ничего мы не вмешиваемся, вы не вмешиваетесь, или тогда вы наши враги. Все, так сказать, голландцы выкинули их. И совершенно понятно, что на сегодняшний день такой, скажем, страны в Европе, которая могла бы сказать, что а мы не будем делать, как вы требуете, вообще не оказалось. Наконец-то немножко, так сказать, себя демонстрировал Оланд, Франция, если сказать, мы вот Мистраль строили, это договор, мы верный договор, хотя нам этот Мистраль, строго говоря, здесь можно с военными поговорить, но вообще не нужно, это сердюковское дело. Это посудина, которая таскает вертолеты. Ну, в лучшем случае можно отвезти эти самые Мистрали, чтобы они там стояли около островов, около Японии. Ну, то есть сами по себе они какой-то ценности
не представляет. И тем более, что мы их строим наполовину. Ведь сначала половину корабля сделали на Балтийском заводе, потом пришли прицеплять там вторую половину. А дальше обучали, так сказать, наших матросов, как раз почти закончили обучение тому, как пользоваться этим самым кораблем, вертолетоносцем. Там есть это. Ну, он, так сказать, такой, который мы сами в состоянии построить, да, на нем особенно-то и не нужны. А для укрепления дружбы и сотрудничества с Францией вроде было и хорошо. Вот. А теперь, так сказать, вот если они действительно откажутся, они заплатят очень большую неустойку. Кто их на это вынуждает? А американцы открывают себе рынок. Они открывают себе рынок и закрывают этот самый рынок европейский. Поэтому здесь идет, с одной стороны, с Россией, так сказать, конкурентная борьба у США, а с другой стороны, и со всей Западной Европой. Пускай Россия с этой Западной Европой, так сказать, сталкивается экономически, а здесь выигрывает Соединенные Штаты Америки и их соответствующие компании. Не говоря уже о том, что и так у нас, скажем, тот же уничтожение Волги – это операция, которую проделали с помощью самой плохой машины, какая только была, Крайслер, в Соединенных Штатах Америки. На эту поставили там линию в Горьковском автозаводе по производству «Волги Сайбер». Эта линия старая, она не рассчитана на такую систему пользования электричеством, которая у нас принята. Там народные умельцы в Нижнем Новгороде переделали, стали выпускать эту «Волгу Сайбер». Ее стали, чтобы поощрить покупку, давали 50 тысяч и правительство России, и правительство Нижегородское, плюс утилизация, чуть ли не 150 тысяч, и спрос на нее был. А ее просто не стали расширять производство, потому что все части везут из Соединенных Штатов Америки. То есть не привезли бампер, и нет машины. То есть полная зависимость. То есть результат этой операции – уничтожение газеты машины «Волга», которая пользовалась спросом, и которая, между прочим, надо было потратить средства, чтобы ее обновить и, так сказать, обеспечить соответствующее развитие, потому что любая, так сказать, машина в любой области, хоть самолет, хоть танк, хоть легковой автомобиль, требует модернизации и движения. Не говоря уже о том, что то же самое мы наблюдаем в области освещения электрического. Вот нам говорят, у вас лампочки Ильича были, а сейчас будет энергосберегающие. На самом деле, это первое есть деньгосберегающие. Вот эти, они не лампочки Ильича, потому что лампочка Ильича, строго говоря, это просто электрическая лампочка. Что были свечи, а теперь пришли электрические лампочки. Так вот, нынешние лампы накаливания, конечно, их век проходит, потому что они переводят сначала электричество в тепло, а потом это тепло, так сказать, нагревает вольфрамовую нить и идет свечение. Но половина, так сказать, энергии идет на тепло. Вот то, что нам предложили две американские компании, в том числе General Electric, это так называемые энергосберегающие, на самом деле это старые, так сказать, уже отсталые технологии, которая состоит в том, чтобы нагревать ртутные пары. Значит, утилизации, как вы понимаете, никакой системы утилизации не существует в России, и никто ей не занимается. Поэтому еще одновременно это отравление всей нашей земли. Потому что вот куда эти пойдут лампы, которые вот везде висят? Это вот эти тоже ртутные, кстати, у нас. Но это не иностранного производства. Но эти тоже самые обладают тем же самым свойством. Они тоже, они были в 30-е годы, это лампы, в которых светится ртутный пар. А есть уже светодиодные лампы, которые в 5 раз более экономичны, чем энергосберегающие, которые бы и надо называть энергосберегающими, но нужно же быть же вот тот товар, который там производится, поэтому у нас это разворачивается очень медленно. А государство, так сказать, не содействует этому делу, поскольку провозглашена политика, что, дескать, рынок сам решит, провозглашена. Хотя на практике этим не руководствуется государство, потому что есть само летостроительная корпорация. Все понимают, что никто не будет делать самолет, потом выходить к метро с самолетом и спрашивать, вам не надо долететь там до Аляски? Нет, я завтра приду снова, за газету заверну, унесу домой. У нас есть кораблестроительная корпорация, у нас имеется Ростехнологии, у нас имеется «Газпром» и «Роснефть». И «Роснефть» дает больше. Вообще от нефти мы больше получаем, чем от газа, доходов в 5 раз. То есть другая совершенно картина.
Но как бы теоретически, так сказать, провозглашается, что вот этот рынок, он там все будет регулировать, а в итоге получается, что вот мы, так сказать, имеем дело со старьем, а государственной поддержки того, чтобы появились дешевые светодиодные лампы, что делают во всех странах сначала, а потом они при большом тираже дают и дешевизну. А вы, если их выпускаете мало, там они дешево не могут. Поэтому первые оснастили железные дороги, а что касается розницы, только-только вот сейчас в городе появляется, выпущенный на Светлане. А Прохоров, который провозглашал, что он будет то Е-мобиль, то он будет делать завод по производству света, ничего этого нету. Поэтому можно сказать, что вот те санкции, которые применили, если бы их не применили, надо было бы нас их упросить или так договориться, чтобы они, так сказать, специально это сделали, потому что это толкнуло нас, к большому сотрудничеству с Китаем, у которого, как говорится, ну, во всяком случае, мы любую электронику можем приобрести там. Но я хочу сказать, что у нас есть и своя электроника, но она тоже в малом объеме. То есть объем зависит только от финансирования. То есть, ну, у вас есть, ну, вот есть, вот мало и не разворачивается это дело. А если не будет из-за рубежа, ну, тогда будут брать здесь. А иначе поедут туда. А вообще, надо сказать, что у наших чиновников появился в силу такой политики ориентации на то, что мы здесь продадим нашу нефть, не перерабатывая, то есть отдадим всю прибыль туда, потому что мы могли бы сделать из нефти бензин и соответствующие масла и другие там, скажем, продукты, а потом их продавать. Их легко гнать и легко возить, и там прибыль вся. А можно по-другому сделать, им туда сырую нефть, а они получают прибыль, а мы, значит, деньги получаем, и на эти деньги получаем, покупаем то, что помогает убивать наше, там, скажем, сельское хозяйство. Ну, капуста у нас что, не растет в Ленинградской области? У нас прекрасно, так сказать, растет. Там картофель и так далее. Или там уже один раз убили при Собчаке птицеводство. Но потом, когда был дефолт, цены, значит, выросли на, в связи с ростом курса доллара, выросли на все импортное, и у нас снова птицеводство стало рентабельным. Когда стало рентабельным, опять его стали производить, потому что там очень высокий уровень механизации. Там 20 тысяч несушек на одного человека. А сейчас, наверное, уже и больше. И, сказать, поэтому, казалось бы, это не такая проблема, которую нужно решать. Во всяком случае, можно думать о качестве. А что касается количества, сказать, это не проблема для такой страны, как Россия. То есть эту часть можно было решить. То есть мы видим, что здесь вот сплетение этих проблем экономических и политических очень тесно. И сейчас вот в связи с ориентацией, значит, Китай, Вьетнам, Корея и, так сказать, с Индией, как вы знаете, это тоже такое сотрудничество, что именно мы доводили на Украине оставшийся наш, так сказать, крейсер, который Викрамадитья, авианосец, который мы сделали. Для Китая мы сделали авианосец. Хотя для себя мы не сделали ни одного авианосца. И как говорят у нас товарищи рабочие на пролетарском заводе, которые понимают, что если бы не заказы Индии и Китая, мы в этот тяжелый 20-летний период, так сказать, закрылись бы, они говорят, крепим оборону Индии и Китая. Вот. Поэтому, то есть, вот такой взгляд, я бы сказал, поверхностный, то, что сейчас я говорю, это относится к поверхности явлений, правда, политических, экономических, это, ну, частично известно, частично больше известно кому-то, кому-то меньше известно, но это не открытие, то, о чем я говорю, это не углубление еще в проблему, а это просто констатация факта, что очень тесно переплетена экономика и политика, и вот вдруг, оказывается, нужны наши яблоки, теперь выяснилось, морковку, которую покупали по 2 рубля у фермеров, оказывается, можно им заплатить по 4, и можно будет нашу морковку получить. А по 2 уже никто не хочет сдавать, ее закапывали. Вот сейчас это можно было увидеть на экранах телевидения, где фермеры прямо рассказывали. Но я не знаю, успеют ли они это сделать, потому что сразу начинают покупать в Турции, или в Азербайджане, или еще где-нибудь эту самую морковку несчастную. Хотя вот в Ленинградской области тоже морковка прекрасная росла. И брюква, и турнепсы, и так далее. То есть вот это вопросы, которые поставила политика. Хотя, скажем, экономисты об этом писали, и это обсуждение, это все проходило. Но вот больше побеждали, так сказать, либеральные экономисты. Сейчас эти либеральные экономисты немножко язычки, так сказать, прикусили, потому что они вот все там звали, обещали, объясняли, что мы войдем, так сказать,
в Европу, в рынок, и вот давайте только в ВТО войдем. Вот мы в ВТО вошли, а в ВТО это организация для свободной торговли. И сразу свободную торговлю пресекли тут же, потому что вы, дескать, не так политически действуете. Ну, а как вы понимаете, такое большое государство, как Россия, воспитывать таким образом? Сказать, это только в обратную сторону осуществлять действия. В связи с этим, в этом курсе, который мы, значит, будем с вами изучать, и делается попытка проследить связь вот в теории конфликтов социально-трудовых тоже в политические моменты. Для этого надо очень строго знать, что такое политика. Вот если я вас спрошу вот так в лоб, что такое политика, я не уверен, что вы скажете. То есть это вот на самом деле, мне приходилось многократно проверять. Я проверяю это, поскольку мне приходится читать, ну, во-первых, на разных отделениях у нас есть культурологии, у историков я читаю философию истории и философию. У нас там музейное дело, культурология, ну, на отделении философии, конфликтологии. С понятиями дело обстоит очень плохо. То есть, вот, то есть люди могут рассказать, что они слышали, знают, читают. И вообще вот такого рода подход, что я прочитаю и расскажу, как бы текст. Вот. Ну кто может? Вот вы взрослый, грамотный человек. Вы прочитаете и мне расскажете. С какого класса идет умение давать изложение? Я думаю, с шестого. Но я думаю, что вот мне опускаться до учителя, который проверяет, можете ли вы сделать изложение, вряд ли стоит. То есть вряд ли стоит нам ради этого собираться, ради этого читать курсы, курс такой сложный, и специально потратить на это время. То есть наша задача другая – попытаться вот на высоком научном уровне выяснить эти все взаимосвязи и разыскать, какие моменты политические проявляются во всех вот тех процессах, которые в обычном курсе конфликтологии, наоборот, гасятся. Когда мы говорим о социально-трудовых конфликтах, вот есть работодатель, есть работники, они садятся, разговаривают. Там один аспект. А вот в этом курсе, наоборот, то, что мы старались, так сказать, пригасить и, может быть, не акцентировать, мы здесь, наоборот, вытаскиваем, рассматриваем, потому что, на самом деле, лучше это видеть, чем делать вид, что этого никак не заметишь. Например, вот, скажем, вопрос о минимальной заработной плате. Политический вопрос или экономический вопрос? Я еще пока определения не даю, но вот уже вопрос можно так поставить. Какой у нас минимальный уровень зарплаты? Знаете? Нет, 5600. И это минимальный МРОТ, минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации. МРОТ. МРОТ устанавливается законом специальным. И имеется вот, мы с вами говорили о том, какие коллизии бывают в юриспруденции. Например, в Трудовом кодексе записано в одной статье, что МРОТ устанавливается не ниже прожиточного минимума. А в конце заключительной статьи, что эта статья входит в действие только путем издания специального закона. И вот специальным законом все пытается подтягивать к этому самому минимуму. И уже подтягивает с 2002 года. Сейчас у нас какой? 14-й. 12 лет подтягивают. А МРОТ сейчас какой в России? То, что вы не знаете, не должно вас, так сказать, как-то разочаровывать, потому что он никакой роли не играет, нигде на него не опираются. И нигде, ни в каких формальных документах, при расчетах, там, каких-то экономических показателей он не присутствует. А просто вот его считают, причем довольно интересная методика. Его утверждает правительство за прошедший квартал. Она вроде бы кажется странной, эта практика, но с другой стороны, она кажется очень обоснованной. Дескать, вот давайте возьмем прошлый квартал. Вот если вот люди умерли при таком уровне, значит, это недостаточно. А вот с этого уровня уже люди не умирают. Так вот сейчас с прожиточным минимумом 7963. Вот, значит, то есть, что значит... Вот теперь давайте и политика сразу у нас выскакивает, которую мы так вот, если эти цифры не знать, ее не увидишь. Потому что для того, чтобы, так сказать, увидеть политические моменты, нужно более зорко, так сказать, вглядываться, в том числе в экономическую действительность. Вот ответьте мне, так, решить такую задачу. Что будет, если у нас минимальный размер оплаты труда меньше прожиточного минимума? 5600. Да. Что будет? Ну, вы знаете, я не очень силен в математике, я думаю, что ничего хорошего. Нет, это как-то вы мягко говорите, что значит ничего. А что будет-то на самом деле? Ну, думаю, что как минимум по такой экономике.
Ну что значит упадок? Нет, так это очень тоже это мягко, вот, не политически остро. Какой пяток? Значит, чтобы мне прожить, мне нужно иметь 7900. А я получаю 5600, что будет? Не все получают 5600, а есть люди, и их миллион, которые получают. Вы поспрашиваете, сколько получают санитарки там. Да я, у меня мама по образованию учителя, вот. Работала в СССР, вот. В СССР, я примерно представляю. Представляете, у нас есть очень много людей, причем некоторые, так сказать, ну, формально они получают даже и больше, а, так сказать, вот, а на руки они не получают этого. Что должно происходить? То есть, если человек может прожить, если он получает 7963, а прожиточный, это прожиточный минимум, а МРОТ, минимальный размер оплаты труда, ниже которого платить нельзя, а такой платить можно. Что происходить будет с этими людьми? Ну, им не будет хватать 1353 рублей. Для того, чтобы ну и что? Чтобы выжить. И что тогда будет? Ну, если не хватает, чтобы жить... Ну, как-то оплатить свое существование, я не знаю, как это... Ну, как они могут оплатить свое, если не хватает им для того, чтобы жить? Ну, значит, погибать тогда. Да. Значит, тогда они будут погибать. Умирать будут. Да. А только они и умирают. Они умирают. У нас как? Ситуация какая с 90-го года? Вот строго с 90-го года пошла линия на превышение смертности над рождаемостью. Есть такая тенденция. И никак это вот... вот они никак не могут... правильную занять, так сказать, позицию политическую. То есть вообще-то смертность должна быть ниже, чем рождаемость, правильно? Да. С чем это связано? Ну, это связано вот прежде всего с заработной платой такой, с таким уровнем. Если она меньше прожиточного минимума, значит, как можно бороться с бедностью? Если есть с бедностью, можно двояко бороться. Или поднять зарплату, или пусть бедные умрут, и бедных не будет. Вот бедные умирают. Не все же умирают, а умирают бедные. Мужик, не надо их спасать. Тем более тот же Чубайс высказывался по этому поводу. Ну да, ну 20-30 миллионов, если умрут, значит, они не пережили наших, так сказать, передовых реформ экономических. Вот вам, пожалуйста, политический момент, который связан просто с чем? С величиной заработной платы. И с величиной, то есть прожиточный минимум, который рассчитывается, принимается постановление. Его по регионам еще устанавливают. Это вот я российский вам дал. По разных регионах, там где больше, где меньше. Но никто не смотрит на него при формировании минимального размера оплаты труда. И даже наоборот, вот эта статья позволяет. Это называется так, что вот статья про МРОТ, про то, что зарплата должна быть не ниже МРОТ, не имеет характера прямого действия. Это не прямое действие, а посредственное принятием закона. А нет закона никогда. Починок, когда уходил, уже покойный, с поста министра социального развития, он сказал, что лет 15 не будет этого закона. И он оказался прав. Вот 15-й год идет. 15-й год идет, закона нет. А если вы помните, какая была агитация политическая тогда за трудовой кодекс, шарики запускали, работницы запускали шарики по поводу нового кодекса, в котором написано, что теперь будет МРОТ не ниже прожиточного минимума. Хотя, если бы это прожиточный минимум, там же не говорит, сколько он проживет. Еще вопрос второй. А сколько проживет? Какой у нас средний возраст мужчин в России? В прошлом году, если я не ошибаюсь, в районе 59-60. Ну вот, вот, вот. 59. И вот наше правительство, которое ведет, так сказать, политику, хочет, так сказать, решить пенсионные вопросы, пенсионные проблемы. Оно вам предлагает, вот давайте сделаем так, софинансирование. Значит, вы вкладываете 1000 своей зарплаты, государство еще 1000, и ваш работодатель, мы его нагнем, еще 1000. И вот вы сидите и мне говорите, а зачем мне эти ваши 1000? Потому что не моя, не ваша, не работодатель, мне не нужно. Меня ваши пенсионные системы, при том, что я буду жить 59 с небольшим, не интересует, потому что у нас пенсия 60 лет. Скажем, вот я в данном случае, читающий лекции, я как бы этот шаг перешагнул. Говорит, а чего вы так смело читаете? А меня как бы уже и нету. А я еще есть, поэтому чего я могу бояться? Поэтому это мне товарищ один рассказал. Говорит, пустите меня, говорит, поэтому в поликлинике. Я аксакал. Как аксакал? Да, говорит, уже все, возраст. У нас же 59, а мне 61. Пропустите меня. Я уже умер. Его пропустили. Так, кстати, удивились люди. Любят, когда кто-то там с юмором это сделает. Ладно, говорит, мы посидим еще очень. Иди, иди, иди. А он такой седой весь. Но уже умер.
Так что недолго он походил так. То есть, вот еще, так сказать, то есть, если, так сказать, посмотреть более зорко, можно увидеть много интересных моментов. Поэтому, когда... И все удивляются, почему молчуны? Вы не видели, читая статьи, молчуны? И прямо название есть такое, молчуны, им предлагаю и такую систему, и такую... А они молчат. Их в этот туда, в этот пенсионный фонд. И вот в этот ее. Говорят, давайте в накопительную систему, давайте вот вы будете в негосударственный пенсионный фонд. Зачем? Ну давайте мы вот, выбирайте себя. Он молчит, ничего не выбирает. Его просят там, сообщают, письма присылают, выберите себе пенсионный. Они не выбирают. И тогда они сидят вот в этом вебе все. То есть в государственном там самом фонде, то есть, ну, народ считает, ну ладно, государство какое не есть, но пусть мы у него хоть под крылом. Чего же мы куда-то пойдем? И этот у нас не обеспечивает, а мы еще куда-то пойдем. Никто ничего не выбирает. Поэтому все эти телодвижения выглядят довольно странными. То есть нужно понимать, что есть какие-то границы. Или, вот скажем, заверну еще с одной стороны. Сейчас самая острая проблема – борьба с фашизмом на Украине. Какой там фашизм? Американский. А почему такая сила этого американского фашизма? То есть исполнителями являются уже непосредственно украинцы, хотя там есть там и, так сказать, и наемники, и есть советники, и финансирование американское, но и помощь, как говорится, и пайки американские, все есть. А почему такая сила? А вот я сейчас вам назову цифры, из которых все станет ясно. Вот представьте себе, что вы предприниматель. Вам легко представить немножечко, да? Вот, и вы идете в банк за деньгами. Я вас информирую. Вот по данным, которые обнародовал в газете «Коммерсант» Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации. У нас вообще два экономических министерства. Одно – это экономическое развитие, которое считает индексы, куда дело идет. И больше ничего. То есть оно, так сказать, никакой роли не играет. А все промышленные бывшие министерства, у нас было и среднее машиностроение, и тяжелое машиностроение, и легкое машиностроение. Все, что было, их там десятки были, все это одно министерство, в нем департамент. И вот этот Денис Мантуров рассказывает. В Соединенных Штатах Америки можно получить кредит по ставке 1,5%. В Европе по ставке 2,5-3%. В России не меньше, чем 11%. Почему? Это тоже понятно почему. Потому что принято решение. Значит, в кризис было 13% ставка рефинансирования. 13% была. Потом снижали, снизили до 7%. До 7,5, а сейчас взяли и повысили еще, до 8, 8. И вот вы патриот нашей Родины, и вам нужны деньги. Вы посмотрели, вы куда пойдете деньги брать, под 8% или под 1,5? Я, как экономист, не буду советовать вам, потому что поскольку я экономист, профессор по кафедре экономики и права, мне кажется смешным и глупым, что я скажу вам, ну, дорогой товарищ, не бери за 1,5%, иди плати под 11%. То есть что нужно сделать? Снизить ставку рефинансирования. Оформить вид на жительство и брать там кредит. Да, ну, любыми путями. Да. Ну, это же немыслимо. Значит, что нужно сделать? А в чем проблема-то? А проблема политическая. Что нужно сделать? Ставку рефинансирования. Скажем, во время кризиса в некоторых странах до нуля довели ее. Ну, чтобы люди, так сказать, выбрались из этого. Нет, наши держали 13%. В чем тут проблема? А проблема в том, что оказывается, если политически на эти вещи посмотреть, экономически, а мы в этом курсе этим и занимались. А тут конфликты происходят. Как так? Вы пошли туда, на Запад, из нашей страны, вы поехали, там берете. Когда наше государство помогало банкирам, через 2 недели все деньги оказались в Америке. Почему? Да потому что они все должны. И что происходит? Сращивание нашего промышленного капитала с банковским, американским и западноевропейским. А вот это сращивание банковского капитала с промышленным называется, банковские сращивания с промышленным называется финансовым капиталом. А фашизмом называется, определение даю Георгия Димитрова, фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных кругов, наиболее шовинистических кругов финансового капитала. То есть образовался финансовый капитал, только не российский и не украинский. А образовался финансовый капитал, где верхушку банковскую, управляющую, так сказать, формирует Соединенные Штаты Америки и банки Западной Европы. А в России банки есть?
Нет, вот правильный ответ. Но надо, чтобы этот ответ держался на определениях. Что такое банк? Можете сказать? Вот представьте себе, если я значит, кого-нибудь убил, зарезал, 130 миллионов собрал, учредил банк, ну и мне как-то надо сохранить же это дело, да? Что я должен делать? Что я сделаю? Я иду в Центробанк. Вот я вам ваши действия. Вы вот ерундой занимаетесь. Я чувствую, что вы из экономики, но занимаетесь ерундой. Вот посмотрите, как все я делаю. Я иду в Центробанк. Беру под 8% и отдаю под 17%. Когда меня спрашивают, почему у нас не строится, какой-то дурак просто строит завод должен. Заводы, куда-то едете, вы что-то делаете. Ну чем вы занимаетесь? Вот люди же вот просто берут деньги и разницу кладут себе в карман. Есть даже такой анекдот, как встречаются два университетских бывших студента. Вместе учились, сидели на одной парте. Один заведует кафедрой математической, а второй... Ну, в общем, крупный бизнесмен, денег много. И тот вот заведующий кафедрой его спрашивает, слушай, ты же вот не мог 2×2 умножить. Как у тебя денег столько стало много? Как вот ты делаешь? Как ты считаешь? Я, говорит, очень просто делаю. Я за 2 доллара покупаю и за 4 доллара продаю, и на эти 2% и живу. Вот, так сказать. Но если бы этот анекдот не соответствовал тому, что у нас есть, так сказать, в банковской сфере, в связи с этим я хочу вам, так сказать, уникальные, так сказать, сообщить новость, что такое банк. Потому что я как-то одного своего товарища спросил, что такое банк, он очень затруднился. Потому что если мы имеем дело с организациями, которые дают деньги в рост, то их точное название какое? Ростовщики и ростовщические конторы. А если я на них напишу банк, то они будут банком, что ли? Вот Козьма Прутков писал, что если на клетке слона написана надпись «Буйвол», не верь глазам своим. Значит, что такое банк? Банк – это. Вообще, надо сказать, что это такое учреждение, которое возникло в период уже довольно развитого капитализма. Когда уже появились бумажные деньги и векселя и так далее, то есть всякие денежные единицы, банк – это такое финансовое учреждение, которое временно аккумулирует временно свободные средства в хозяйственном обороте. То есть оно знает, информацию собирает, и там, где есть, вот у вас освободились деньги временно на месяц, оно у вас берет и платит вам за это. И направляет туда, где есть временный недостаток, тогда ему платят за это. И вот эта деятельность – это банковская деятельность. И причем это делается должно за среднюю норму прибыли. Вот если это такая организация, которая, ну, по идее, вот, это конкуренция капиталов, и сама вот цена производства, это третий том капитала, где это рассказано, цена производства как формируется? Издержки производства плюс средняя прибыль. Неважно, вы мясом занимаетесь, цветами, конфетами, котлетами. Ну, до тех пор будет переливаться капитал в эту более выгодную отрасль, пока у нас прибыли не уравняется. Если они у меня будут больше, вы бросите свое дело и начнете заниматься и конкурировать со мной, правильно? А если я увижу, что у вас вот дает прибыль 100%, а у меня прибыль 20%, я буду сидеть со своими чайниками, так сказать, и с прочими нужными народу предметами, именно потому, что они кому-то нужны, если у меня цель – прибыль. У нас любой страховой медицинской компании цель – прибыль. Неужели она будет думать сейчас о том, чтобы вас вылечить, не о том, как получить деньги? Она и думает, как получить деньги. Так... Вот банк – это такое учреждение, которое временно свободные средства аккумулирует и направляет их туда, где имеется временная нехватка. И это все делается за среднюю норму прибыли. Такого рода действия у наших организаций под названием банк бывают. Правильно? Но это не вовсе их не характеризует. Их характеризует то, что характерно для контор ростовщических. Во-первых, они просто, поскольку все юридические лица должны держать свои деньги в банке, они деньги сшибают. Если я у вас держу в банке деньги, кто должен кому платить? Банк. Да. По идее, да. А что? Вот у нас, я вот президент общественного объединения Фонд рабочей академии. Мы в Банке России имеем счет. Мы платим Банку России деньги за то, что мы там имеем счет, за то, что наши деньги там... Ну, у нас, правда, маленькие деньги, но мы все равно платим. Они не спрашивают, сколько у нас денег. Давайте деньги, и все. Второе. За каждое действие, если в течение месяца
нам что-то прислали, допустим, в порядке помощи, у нас общественное объединение, профсоюз нам прислал, 4000. Не дай бог, кто-нибудь из трудящихся пришлет. Он пришлет 300 рублей, с нас 4000 снимут. Итого результат этой операции минус 3700. Хорошо, что хотя бы нас не... За движение счета. Движение счета в течение месяца, если прошло. Вот если я приш... нам прислали, и я пришел снимать. Да, допустим, нам прислали 10 тысяч. К примеру, вот вы нам, значит, послушали меня, сказали, о, нам это понравилось. Давайте еще говорите, давайте я вам пришлю вам вашу организацию. 10 тысяч. Хорошо. Вы прислали 4 тысячи с нас. Раз. И я, если в этом месяце пойду, то с меня в этом месяце снимут 4 тысячи. И, простите, в следующем месяце пойду, еще раз снимут. Если в этом месяце уже было движение счета, так сказать, не снимут. А вот, вот вы прислали 29-го, а я 3-го пошел снимать. 4 раз, 4, 2, итого 2000 мы получили от вас. А Банк России получил 8. Поэтому он не боится американских санкций, потому что он обдирает, так сказать, всех местных, так сказать, хозяйствующих и нехозяйствующих субъектов. Я пытался переписываться с руководством, объяснял им, что мы вообще-то не коммерческая организация, общественное объединение. Он такого не было, недавно установили, там, пару лет назад. Нет, это никакое. Единое правило для всех. Мы существуем, чтобы состригать деньги. Короче говоря, что в итоге мы имеем? В итоге мы имеем, что вот тот же самый Денис Мансуров предложил, и это сейчас будет закон проводиться через Думу, о промышленной политике, и есть, формируется фонд поддержки промышленности отечественной. Из этого фонда будут давать под 5%. Вот я и вас спрошу. Вам будут давать из фонда поддержки отечественной промышленности 5%, а вы можете в Америке под 1,5% взять. Где вы пойдете брать? Ну, у меня нет красноречия убедить. Я вообще за отечественную промышленность. У меня нет красноречия убедить вас, чтобы вы пошли и это, под 5% убрали, а не под 1,5%. Или пошли, пойдете вы в эту самую Европу под 2,5%. Ну как вот, то есть, вот вроде бы и решается проблема, но она где-то застряла посередине. А есть вещи, которые надо либо так решить, либо сяк. А это не то, не сё. Это не решает проблемы, этот 5%, так промышленность не поднимешь. И поэтому мы видим закрывающийся завод. Вот у нас на экспорт производились танки. Где завод Свердлова, который тут на набережной был? Нету завода Свердлова. Завод Ильич около... Тут я недавно выхожу на Белоостровской. И на том здании большом заводском золотыми буквами написано «Ильич». Думаю, надо же, что они или Ленина полюбили, или завод восстановился. А потом я понял, что это же бизнес-центр. То есть сидят люди, пишут бумаги. Как, какие люди? Ну, какие, кто хочет, там их, этих контор много собирает, они сидят вот и там, пишут что-то, у каждого компьютер щелкают, перечисляют туда-сюда, место производства. Вот это политические моменты. Поэтому, скажем, ну если мы со студентами, бакалаврами, которым мы изучаем азы, говорим о том, о конфликтах, которые есть в области экономики, социальных трудов, это один аспект. Но когда из магистратуры выходим, я уже вынужден вам доложить, так сказать, без сокрытия, что тут проблем политических очень много. И эти, скажем, эта проблема вот, очень легко решается. Вот, ставку рефинансирования государство установит. Для этого надо иметь политическую волю на уровне 1%. И все пойдут брать в отечественных банках. Почему? Значит, вы, банки у нас по закону, могут давать в кредит. Наш Центробанк вообще не может. Можно было бы их вообще оставить в стороне, эти банки. Сделать единый банк государственный и сразу под 1% и давать. И сразу был бы подъем. Но у нас есть закон. И юристы его изучили уже хорошо. Им не надо, не хочется переучиваться. Закон какой? Что давать кредит могут только коммерческие банки. То есть вот коммерческие банки придут, под 1% получат, значит, 10% себе поставят и под 11% отдадут. Но мы их можем нагнуть и сказать, что будет под 6 только. 6, не больше 6 себе наваривать. Они тогда 7% будут давать. Ну, это еще прибыль может получить промышленность. Ну, а сейчас как? Вот я собираюсь построить завод. Я знаю, что будет прибыль 15%. А мне придется под 17% брать кредит. Что, какой результат будет? И вот происходит, я знаю, что был вот на Петроградской стороне завод амортизаторов. Отличный дел, так сказать, на мировом уровне амортизаторы для автобусов, автомобилей и так далее. Нету? Ну, нету. Ну, потому что производство не дает. Нормальная прибыль в мире – 10-15%.
А если вот у нас вот сейчас вот строится срочно надо, там, где уже есть инженерные сети, быстро коробки, чтобы так сказать, туда людей заселить, деньги с них взять, ну там под 300% есть. Понятно, там, почему они быстро и строятся. От этого жилищные проблемы не решаются, потому что там их селят не тех, кому надо, а тех, кому надо, у них таких денег нет. Потому что ипотека в России страдает тем же самым. Вот руководитель Куги, центрального района, который я хорошо знаю, он, кандидат экономических наук, писал диссертацию по ипотеке. И говорит, в России уровень ипотеки, что оно не может развиваться. Потому что сегодня квартира трехкомнатная, это одна квартира по цене трех. То есть вы должны оплатить трехкомнатную, три раза эту квартиру, и вы всю жизнь будете это платить. И вся ваша жизнь посвящена, потому что вы должны обогатить тех, кто дал вам ипотеку. На Западе, которого ругают, так сказать, вот и справедливо ругают, но не за это надо его ругать. Вот за это не надо, возьмите, что-то, за что-то надо ругать, а это-то надо взять. И тут ничего тут особо мудрствовать-то нечего, это же экономика. Значит, как же вы хотите получить ориентацию не на Запад, если вы даете ставку рефинансирования такую? А еще лучше не через коммерческие банки пускать, а Центробанк принять законы, чтобы Центробанк мог выдавать кредиты. Ну, Центробанк вам будет выдавать, там, допустим, под 5%, и все. Не под 17, а под 5, или под 2, или под 3. Это же государственные, это уже сложились. Что такое государственные деньги в государственном банке? Это деньги капиталистов российских. Общий котел. И чего вы из этого общего котла друг друга надуваете дальше? Ну, так вы сложили деньги, так вы по дешевке и давайте. Вот еще интересный я вам расскажу момент, который связан с этим политическим подходом. Вот Олланд, президент Франции, он очень настырно добивался того, чтобы с высоких доходов платили 75% налог. А наши товарищи отечественные сказали, у нас 13% временная введена плоская система налогообложения, иначе мы со всей своей системой правоохранительных органов не сможем никак проследить за налогами, они будут их укрывать. Чего стоит тогда эта вся система и такие бешеные деньги на ее содержание. Поэтому вот у нас 13% и все. В чем дело? И что, друг народа этот самый Олланд? Ну, на первый взгляд, вот если так люди скажут, вот он, видите, как заботится он, с богачей 75%, а с бедняков 0. У нас тоже так было до величины МРОТ. 0, а дальше... А дальше с МРОТ, начиная там 12%, а потом пошло 13%, и вот в Советском Союзе было до 38%. В Соединенных Штатах до 33%, в Англии тоже до половины, в Австралии до половины, и в общем примерно до 50% везде. Тут у нас то, мы говорим, давайте ориентироваться на Запад, мы пойдем также таким путем, войдем в Европу. Ну, войдите в Европу, возьмите то же самое. Нет. А в чем дело? В чем, так сказать, задача Олланда и кого он представляет? Он представляет крупный капитал. Собрали деньги, потом идет раздача заказов государственных. Потому что там не играется в этот рынок свободный, стихийный, а осуществляет государственное регулирование экономики. Кто получит заказ? Крупный капитал. Поэтому собрали со всех, а потом вот они сдали по 75, а потом получили прибыль 105. Вот и все. Все понимают, что с госзаказа самая большая прибыль. И гарантированная. Поэтому это, так сказать, как сердце. Значит, собрали под 75, потом получили прибыль больше 100. Потом снова собрали под 75. То есть они как бы сейчас сдают, это как в аванс. Сдаете, а потом получаете. Или вкладываете и получаете. Вкладываете и получаете. Поэтому крупный капитал это понимает. Люди, так сказать, недалекие и не специалисты в области экономики, и политики, и права, они думают, что вот этот бедный этот Олланд, он, так сказать, пытается бедного даже Депардье сделал такой шаг, что он уехал оттуда, поехал к Путину. Ну, Депардье же это не экономическая организация. Ну, что вы говорите, это же эти все товарищи артисты, у них своя, так сказать, особенность, они могут поехать куда угодно, когда угодно, и не надо их под них подстраивать вообще экономику.
Это естественно. К нам Поль Робсон приезжал, когда был «Железный занавес», и что пел тут хорошо из Америки в советские времена. Вот это тоже момент, который мы видим. Что нужно давно бы сделать эту нашу систему налогообложения не плоской, а прогрессивной. Она у нас на самом деле регрессивная. Это почти никто не знает. Почему? Нету политической зоркости. А что такое регрессивная система? Чем больше доходы, тем меньше платишь. Скажите, пожалуйста, какие у нас доходы самые большие? От чего? Я думаю, что... Нефть. От труда или от капитала? От капитала. От капитала. А как называется доход от капитала? Как называется доход от капитала? Да. Ну вот, если вы трудитесь, вы получаете зарплату. А если я не тружусь? А я... Прибыль это получает вот ваша организация. Мне это ваша прибыль до лампочки. А я акционер. Я ничего не делаю. И у меня... Я хозяин вашего вот предприятия. Вы там бегаете, там где-то заворачиваете, складываете, все делаете. А я акционер. Кто должен получить? Я вот соберется акционерное собрание. У меня 53% акций. Будет собрание акционеров. Как устроено акционерное собрание? Голосует не количество, потому что 100 человек может сидеть в зале. Вот вы сидите, голосуем, 53% за. Все против, остальные. Кто что пройдет. И вот будем платить дивиденды. Ну и какие у меня доходы? Дивиденды. Какой налог на дивиденды? Так вот, дивиденды – это самые крупные доходы, которые получают люди богатые. Налог на дивиденды сколько процентов? А? Вот вы из области экономики, из практической. Я хочу сказать, сие есть тайна глубокая. Но эта тайна не очень глубокая. Если вот, скажем, вы любой планшет возьмете и нажмете процент на дивиденды, 9%. То есть вот вы если зарплату получаете большую, довольны, мы зарплату с вас раз 13%. А с нас 9%. Более того, и вы помните, какая демонстрация бывает перед всякими выборами, начинает у Путина. Значит, автомобиль такой-то, квартира такая, у Медведева автомобиль такой, квартира такая. А вы заметили, что там не показывается акций сколько? То есть, если у меня завод на 2 миллиарда, у меня на 2 миллиарда долларов, это нигде не показывается, ни в каких вот этих анкетах, которые обнародуются и говорят, вот мы выбираем, у него есть этот самый автомобиль «Жигули». Автомобиль «Жигули», ну вот тут, так сказать, наехали на Пугачева, сенатора, который был собственником Балтийского завода и Северной верфи, и Межпромбанка. И ему пришлось как-то в один год продать очень много. И он платил в этот год с 2 миллиардов дохода. 2 миллиарда доход. Но это редкость. А так-то он владелец был там не 2, а больше миллиардов. А если у меня 13 миллиардов, 15 миллиардов? Это фигурирует где-то, когда вот эти самые декларации о доходах. Это же не декларация о доходах, это декларация о собственности. А она не делается, то есть это никто и не знает. То есть я хочу сказать, что люди, так сказать, не проникающие вот чуть-чуть поглубже в экономику, а тут нужен какой-то еще и политический взор, более внимательный, потому что политика и сконцентрированное выражение экономики. Что, неужели наши не придумали, как запрятать, чтобы, так сказать, править, и чтобы тут их не выставлять это все? Вот никто и не выставляет, ничего нету. Идет агитация, вот у него это, у него 3 квартиры. Да у него не 3 квартиры, он 333 может купить на вот это, то, что у него есть. А может 3000 купить, потому что наши, скажем, миллиардеры имеют по, так сказать, по 17 миллиардов долларов, по 15. Поэтому, а что касается, скажем, чиновников, об этом они не фигурируют, эти цифры вообще нигде. Хотя, если брать доходы, ну я могу вам сказать, что в том же самом Сбербанке, который не банк, и он не случайно назывался Сберкасса, он должен был собирать не производство, он добирал, должен был нас население, и население же выдавать. И это не банк, банк производства обслуживает. А там, значит, доходы были в 2008 году по 3 миллиона 700 тысяч в месяц у членов правления. А потом грянул кризис, и на 300 тысяч меньше стало получать. Горе. 3 миллиона 400 только в месяц. Вот такое горе, если что-то случилось, такое свалилось. Весь народ скорбит. А сколько сейчас получает? У меня данных нет. Я внимательно читаю газету «Коммерсант», российскую газету, так сказать, вот, пользуюсь теми данными, которые вот попадают в открытую печать. Они попадают нерегулярно, в статистике их не найдешь. Статистика подчиняется правилу, что есть малая ложь, большая ложь и статистика.
И, скажем, если раньше вот я кандидат экономических наук, и раньше я всегда в январе покупал справочник «Народное хозяйство СССР», маленький, СССР в цифрах, потом выходил вот такой, и, так сказать, я всю динамику видел. Сейчас и динамику не проследишь. Во-первых, и не выходят регулярно справочники, и динамику не проследишь, чтобы меняют отрасли, чтобы нельзя было сопоставить. Названия другие, там, ваши предприятия сюда присоединили, эти предприятия туда присоединили, и что-то теперь, какое движение, никак, непонятно, какое движение. Вот, так сказать, какой мы получаем результат. Вот я сегодня хотел вам продемонстрировать важность вообще политического подхода к экономике, потому что это затрагивает самые крупные наши, самые крупные экономические проблемы, а не какие-то мелочи. Не что сказал там Иванов, Петров, а то, что влияет вообще на что. Будет умирать, вымирать Россия, или она будет развиваться. Будет промышленность умирать, или она будет развиваться. Вот во что это дело упирается. То есть поэтому некоторые экономические вопросы, они по необходимости принимают политическое значение, и решать их нужно политически, и не ждать, что какой-то рынок, особенно сейчас, он может решить, потому что и тенденция рынка к чему? Если мы с вами вот трое на рынке, то значит из этих трех выживет один, а тот, который выживет, он, ну а для чего конкуренция? Это ли вы меня должны съесть, или я вас? Если вы меня съедите, вы будете поднимать цены. Если я вас съем, я буду поднимать цены. Так если я буду поднимать цены, я кто буду? Монополист. Поэтому монопольная цена. Монопольная цена не подчиняется вот этому самому вот движению. Поэтому ничего тут рынок не отрегулирует, потому что это есть монопольное установление цен. Здесь уже другие совершенно законы. Вот такая картина. Поэтому, значит, наша с вами задача, несмотря на количество, даже более того, как нас в советское время там мечтали все время дойти до каждого в обучении. И вот это свершилось. Чувствуете, нет? Вот. Вот это вот до каждого дошел. Преподаватель до каждого. У нас был такой критерий раньше, что в университетах таких крупных, как Московский и Санкт-Петербургский, должно быть не более 4 человек на одного. Сейчас, наоборот, считается до 12 довести. Но мы вот все-таки упорно вот держимся. Это вот уровень держим. Так держать. Вот. Но, значит, поскольку мы не такие, вот есть заскорузлые такие эти монополисты, а мы не такие заскорузлые, потому что, вот, скажем, это вот будет записано, это будет выдано, можете посмотреть, через некоторое время я вам скажу, на YouTube в разделе, на канале Фонд РАП Академии, латинскими. Фонд РАП Академии. И там вы можете посмотреть и предыдущие лекции по этому курсу моей. С какой целью? С той целью, что когда что-то широко пропагандируется, оно привлекает людей, и приходит больше людей, и это, естественно, больше финансируется. А не так, что давайте сделаем, чтобы нас никто не знал, чтобы у нас никто ничего не украл, потому что у меня только одна мысль, если одну мысль у меня украдут, то у меня больше уж мыслей не появится. Поэтому есть такие люди, которые очень боятся, что кто-то запишет или попытается и за свое выдать чью-то мысль. А на самом деле вот политический подход состоит в том, что делают политики. Они свою мысль пытаются, наоборот, превратить в мысль всеобщую. Чтобы это была мысль всего народа. Так? То есть совсем наоборот. А у нас сейчас, наоборот, пытаются скрыть. Скажем, журнал не выставляет в интернет, думает, пусть за него платят. Тут за него будет платить, его знать не знает никто. Никто его не слышал. Поэтому вот мы должны об этом, то есть мы должны понимать, что, вот скажем, прибыль в современном мире делается не так, что вы установите высокую норму на одну штуку. Вы продавайте каждый цветок по миллиону, а все остальное сожгите. И удеваться будет некогда, купит его, кто-нибудь купит. А вы ездите, больше расширяете, и это называется масса прибыли. Так вот, масса прибыли получается, значит, путем умножения единичной прибыли на количество. Так настоящий, так сказать, ну, умный капиталист, он, конечно, собирает массу прибыли. И это совсем не обязательно предполагает, как у нас в ларьке стоят, так сказать, вот у него 1000 рублей бутылка, он хочет ее продать, и все ждет, что какой-нибудь сумасшедший придет, который уже под шофе схватит ее, и вот он счастлив. Или таксисты, которые сразу говорят, вот 500 рублей, я тебя довезу до угла. И, соответственно, говорят, а вот надо шашечки, надо так делать, надо сяк делать. Никто не хочет на них ездить, потому что это вот не будет. Вот такая картина. Так что вот с таким настроем мы должны к этому курсу подойти. А в курсе мы будем рассматривать понятия и, так сказать, попытаемся это все поставить на твердую такую научную основу. Вопрос есть? Просто нет. Спасибо. Пожалуйста.